Привет! Снова я с вами. Сегодня мы поговорим о вот таком вот замечательном золотом креме, который, между прочим, сделал на золотой звездочке. Вот, не золотой звездочке, а морской звездочке. И вот такой вот очищающий пилинг, тоже золотая серия. Сейчас я вам все покажу. Вот этот пилинг, конечно же, сначала фомингом просто так помойте лицо, и потом вот этим пилингом все просто получается. Не обязательно только лицо, шею обязательно надо. Все вот сухие места, также те же самые локти. Не забывайте, кстати, про них. Там достаточно сухая кожа, и надо за нее, конечно же, ухаживать. Кстати, я иногда делаю это и с руками, потому что, ну знаете, руки тоже очень быстро стареют, стоит заняться такими делами. Вот, кстати, когда вы наносите вот этот пилинг, он очень хорошо убирает огрубевшую кожу. Просто вот так вот все становится, просто все убирает, все сухие вот эти амитвершие клетки, настолько прям гладко становится, он сужает все вот эти поры. Просто у меня даже становится белее лицо. Ну, конечно, мне не нужно, чтобы оно было достаточно белым, но разница видна настолько, то что, ну, и, конечно, качество кожи улучшается тут, ну, это просто неоспоримо. Вот этим пилингом, вот, пожалуйста, то есть... Видно? Кожа, конечно, бархатистая, идеальная. Тут даже не поспоришь, но ощущение просто великолепно. То есть зря не буду советовать. То, что сама пробовала, то вам и показываю. С лицом происходят просто удивительные вещи. То есть лично для меня качественная косметика, если она действительно качественная, то сразу видно результат. Мне не надо результат через неделю, через две там или что-то. Если сразу видно результат, для меня она, значит, хорошая косметика, и стоит про нее рассказывать. После вот этого пилинга, по идее, надо это смыть. Стоп-кадр.